Друзья, всем привет! Вроде как весело, но самое худшее заведение в Красноярске – это караоке-клуб «Повороте» «Взлетная 7». Вот вроде, знаете, так, все вот то вот, вроде пафосом обрисовано. Блин, ну а по-хорошему, блин, ну такое говно, вот, ну вот, вот просто даже неприятно об этом говорить. А еще знаете, какая фишка? Если, короче, ты как бы не особо такой в теме, и не дай бог у тебя окажутся там кроссовки не Гуччи или еще чем-то такое, вот эти вот люди, вот. Кстати, я обязательно, я тебе позвоню, подожди. Вот эти люди, вот, они там прячутся, отвернулись, и такие, короче, там, типа, считают, что мы этот, ну, типа, мы такие отвернутые, мы этот. И мы типа ни при чем. Вот. Да, я снимаю. А зачем у меня так? Подождите, секундочку. Так, подождите, смотрите. А зачем вы применяете физическую силу? Подождите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Зачем вы применяете физическую силу? Слышь, блин, да. А как у меня, зачем у меня тогда?